Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на видеообзоры от Павлита. Сегодня у нас интересный обзор, который посвящен аксессуарам для фонарей, которые заряжаются в прикуривателях автомобилей или в зарядных устройствах, подобным им, от известной фирмы Spotlight. Данный производитель понял, что кроме фонарей логично выпускать и широкий спектр аксессуаров, благодаря которым функционал фонарей будет расширен, и они привлекут более новых покупателей и почитателей, порадуют старых. Вот. И сегодня мы рассмотрим с вами основные аксессуары, которые производятся данной фирмой. Итак, с чего начнем? Начнем с клипсы. Вот. Очень нужный аксессуар. Вот. Позволяет ваш фонарь пристегнуть к ремню, к подсумку, к карману. Вот. Не потерять его, он все время будет с вами. Легко одевается, легко ставится. Вот. Позволяет фиксировать, как я уже сказал, сейчас мы проверим, фонарь на ремне, вот, или на кармане, как подсумка, так и в обычном кармане, и позволяет при этом, вы видите, подсвечивать вам, используя его как свободные руки. Удобный, легкий, не влияет на вес, в принципе, нужная вещь. Следующий аксессуар – это шейная лента с креплением под фонарь. Резиновое крепление надежно удерживает фонарь. Оно у вас на шее, под руками. Вот, всегда удобно. Ленту можно также закрепить, чтобы она не спала с шеи. Вот у нас здесь содержит разъемный замок, вы видите. Под что-то пропустить или закрепить, чтобы фонарь не потерялся. Следующий аксессуар. Наголовное крепление или крепление на каску. Достаточно удобная и нужная вещь в хозяйстве. Вот представляется, вы видите, крепление, в которое достаточно плотно входит фонарь. Оно имеет, видите, небольшой угол вниз, поэтому не перепутайте, как одевать, вот, чтобы оно не светило вверх. Диапазонов регулировки хватит на любую голову, в принципе, на максимуме, если его открыть, попробуем с вами. Бинго, у нас получилось. Сейчас мы ее отцентруем. Вот как это выглядит. Очень удобное крепление. В принципе, необходимая вещь. Дальше. Также у нас есть интересное такое крепление. Вот. Которым можно прикрепить его как на велосипед, так или на какую-нибудь штангу. У нас в качестве примера будет насос, как это делается. Вот, все очень просто. Видите, фонарь закреплен надежно. Вы можете изменить его угол, под которым он светит, но при этом он никуда не денется. Моментально, если вам не надо, вы его сняли, положили в рюкзак. Просто и гениально. И напоследок у нас остается стандартное крепление на шею для ключей, фонарика или ножика с металлическим карабином. Вы можете пристегнуть свой любимый ножик и фонарик и ключи и не потерять его. В целом хочу подытожить, что все компоненты и крепление сделано достаточно качественно, как и фонари. И не будет слабым звеном. Позволит вам расширить функционал, как я говорил, ваших фонарей. Не потерять их. И тоже, как и фонари, помогут вам в нужную минуту. Более подробно я остановлюсь о них в своем блоге. Спасибо, что вы меня смотрели. Читайте меня. И всего вам доброго.
До новых встреч!